Город Алматы многонациональный. В нем проживают 58% казахов, 27,5% русских, 5,5% уйгуров, 1/8 корейцев, 1/4% татаров, 0,6% украинцев и 0,4% немцев. И другие национальности занимают 4,5% от населения. В нашем городе проживает более 1,5 миллиона людей. Это много по сравнению с Атырау, где к сравнению численность проживающих составляет порядка 200 тысяч, но мало по сравнению с Мехико. Здесь живет около 9 миллионов людей. Стоит отметить, что каждый третий житель нашего города имеет автомобиль. В южной столице в настоящее время зарегистрировано порядка 550 тысяч автомобилей. То есть на каждую алматинскую семью приходится 1/6 машины. А это в 2 раза больше, чем в соседнем Ташкенте. Средняя стоимость обучения в ведущем университете Алматы в 1/2 превышает год, проведенный за партой в Великобритании. Поэтому утверждение о том, что лучше отучиться в Англии, не более чем миф. Тем более, что преподаватели наших вузов занимают лидирующие места в образовательных рейтингах по всем профилям. Высшее образование алматинцы могут получить в одном из 42 вузов или в одном из 5 военных. В городе Алматы в этом году на 1000 человек родилось 18 младенцев. По республике самый высокий показатель рождаемости зафиксирован в Мангыстауской области – 30 младенцев. Самый низкий – в Северо-Казахстанской – 13 младенцев. В тройку лидеров самых популярных алматинских имен для новорожденных детей попали для девочек Раяна, Аяру, Айзере, для мальчиков Рамазан, Айсултан и Нурислам. Причем у 200 мам родились двойняшки, а у 2 мам – тройняшки. Средний алматинец живет 80 лет. Это на 3,5 года больше, чем среднестатистический казахстанец. И на 10 лет меньше, чем средняя продолжительность утакийца. Из 232 долгожителей города Алматы, доживших до 100 лет, 138 женщин и 94 мужчины. Несмотря на то, что алматинки живут дольше, у представителей сильного пола наблюдается положительная тенденция по увеличению среднего возраста. А еще, что касается слабого пола южной столицы, то отмечается, что в Алматы живут самые красивые девушки. Может, это и так, а может, это просто кажется, ведь их на 10% больше, чем мужчин, а это на 146 тысяч человек больше. Чтобы обеспечить жителей южной столицы мясной продукцией ежемесячно, как оказалось, требуется 10 тысяч коров, 28 тысяч баранов и 320 тысяч кур. При этом специалисты городского акимата исходили из минимальных норм потребления величины прожиточного минимума при текущей численности населения в 1 540 000 человек. Основную часть денежных средств алматинцы используют на покупку продовольственных товаров – 44%. На услуги транспорта каждый житель Алматы в месяц тратит 2800 тенге. Это самый высокий показатель в республике. Для сравнения, в Астане только 1900 тенге. Иногда складывается ощущение, что алматинцы только и делают, что пьют кофе. Причем строго в кофейнях. По данным интернета, жители южной столицы действительно за размеренный и неспешный образ жизни. Большинство встреч проходят не в офисах, а в близлежащих кафе, желательно на свежем воздухе. Алматинцы, в принципе, очень близки по духу к европейцам, поэтому жители других городов удивляются, как население Эпплтаун успевают уладить все дела вовремя. В нашем городе насчитывается порядка 100 кофеен. Ну и согласно сайтам бронирования отелей, в Алматы 115 гостиниц, в Улан-Баторе их 45. Алматинцы – самые интернетные жители нашей страны. Из 2 миллионов интернет-абонентов Казахстан 35% зарегистрировано в нашем городе. Всего в мире насчитывается почти 3 миллиарда пользователей. И еще, что совершенно немаловажно, Алматы любят все. Скажем, бергенцы не любят тех, кто живет в Осло. Нью-йоркеры не любят жителей Лос-Анджелеса и все, что с ними связано. Алматы любят все, и это факт, даже несмотря на наших таксистов.